который играет на многих музыкальных инструментах, в основном струнных, но, по-моему, не ограничиваясь, да, струнными. Такой мультиинструменталист. Тоже он является лауреатом Обнинской ноты 2015 года в номинации «Композитор». Друг фестиваля, друг творческого объединения «Оазис», который приезжает не только на Обнинскую ноту, но и на другие мероприятия. Итак, Андрей Васильев. Привет Обнинской ноте от проекта «Брусничная поляна». Обнинская нота под номером 17, брусничных полян прошло 107. Вот. Вот. Но когда была сотая поляна, нужно было написать специальную песню к юбилею. Поэтому я спою песню, которая называется «Просто про 100». А музыка... Гитару слышно? Лажали мы, лажали, по струнам дребезжали, но все ж на наше действо зрители бежали. В единице было 100%, в евро-долларе была 100 центов, но в метре было 100 сантиметров, и не миллиметра более. На поляну вышло 100 артистов, разнополых, черно-белых, пушистых. 100 носов, 2 сотни рук и ровно 100 разношерстных 5 точек. Все достали ровно 100 бутылок, 100 стаканов, 100 ножей и 100 вилок. И до утра было слышно «Ура!». Лажали мы, лажали, по струнам дребезжали, но все ж на наше действо зрители толпой бежали. Мы в терцию дышали и ритмы заряжали, держа под черной шалью новые скрижали. Сторожа по стойбищам стояли, столяры на стороне стонали, стоматологи столбились, стайросовым столбом не сторговались. Столько столб стал видно 100-метровку, под столом столкнуть не 100-рублевку, и стопорит стало начальника Столыпиным под 100-граммовую стопку. Вот история странная вышла, не поймешь, где колесо, и где дышло, и где хомут. Видно, где-то вот тут. Лажали мы, лажали, по струнам дребезжали, но все ж на наше действо зрители толпой бежали. Мы в терцию дышали и рифмы заряжали, держа под черной шалью новые скрижали. Та-на-на-на-на-най, та-на-на-на-на-най, та-на-на-най-на-най-на, та-да-та-да-та-й-на-най-на. Лажали мы, лажали, и рифмы заряжали, держа под черной шалью новые скрижали. И вспомнили автора этой музыки, который нас покинул в прошлом году.